Что я могу сделать для тебя?» «В магазине «Три брата» хороший выбор товаров. Не знаю, впрочем, сможешь ли ты застать там всех троих братьев». «Удачного тебе дня!» «Привет! Меня зовут Умок Грамарат. Умбакана нанял меня ночным охранником. Я присматриваю за его домом. Набит добром. Ты знаешь об этом? Но ни один грязный вор не проберется туда, пока я на дежурстве. Я присматриваю за его... Прощай. Как поживает? Оредил. Бьем баклуши, да? Тогда извини уж, нам не по дороге. Говорят, что врата Обливиона открылись у городов по всему Тамриэлю. Боги, защитите нас! Еще увидимся. По моим сведениям, две операции прошли успешно. Серия краж должна помочь. Я рада, что ты здесь. Нас ждет работа. У тебя есть ледяной посох? Превосходно! Это должно стать последней каплей. Теперь нам остается только ждать, когда сильные мира сего прикажут Иерониму Лексу снять осаду. Хороший вопрос. Тебе нужно последить за Иеронимом Лексом. Постарайся быть поближе к нему, чтобы слышать все разговоры. Рано или поздно ему прикажут вернуть стражу на свои обычные места. Когда это произойдет, вернись ко мне и сообщи. Да укроет тебя тень. Скрывается где-то в Серого Леса. Что ты можешь рассказать, где он находится? У меня есть приказ на арест, Серого Леса. Не знаешь, где он находится? Скрывается где-то неподалеку. Что ты знаешь о нем? Что ты можешь рассказать? Смертное существо. Значит, маги послали грязного Дейдра доставить простую записку, когда с этим мог справиться обычный посыльный? Как это тип? Ладно, ребята, нам приказано вернуться на наши посты. Что я ты можешь рассказать этим грязную руку Серого Лиса? Я весьма занят. Здравствуй.
Чем могу... служить? Какая встреча! Я рада, что ты здесь. Нас ждет работа. Ему велели покинуть портовый район? Превосходно. У меня есть еще одно задание для тебя. В качестве жеста доброй воли гильдия воров должна вернуть ледяной посох Рармира университету волшебства. Однако этим магам нельзя доверять. Я уверена, что они ждут, что гильдия так и сделает, и готовы схватить того, кто положит его назад. Они без колебаний убьют тебя, когда получат назад свой ледяной посох. Я хочу, чтобы вместо этого посох Рармира оказался в любимом сундуке Онтуса Ванина в его доме. Онтус в прошлом был ученым университета. А ты жадюга! Мне нравится это качество в ворах. Тебе нужно поговорить об этом со Скривой. Я всего лишь руковожу этой операцией. Да укроет тебя тень!
Да. Это имя вроде бы знакомо мне. Он имеет какое-то отношение к университету волшебства. Большинство магов живут в имперском городе. Береги себя. Что я могу сделать для тебя? До свидания. Я слушаю, пожалуйста. Взгляни на мои товары. Это хорошая сделка. Превосходная сделка. Ты пытаешься разорить меня? Одно удовольствие. Еще увидимся. Слушаю. Я весьма занят. Приветствую, стажер. Чем еще могу помочь? Да. Я продаю ее. Если хочешь купить, пожалуйста. Эта соль очень высокого качества. Я очищаю ее сама. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Ты можешь навещать меня в любое время. Я буду рада помочь. Передай.
Давай привет, здрась. Чем еще могу помочь? Пожалуйста, продолжай. Чем я могу Я не могу согласиться. Ты ведь понимаешь? Нет. Я не могу Спасибо. С тобой приятно иметь дело. Если тебе попадутся необычные ингредиенты, не забывай обо мне. Приноси их сюда. Чем еще могу помочь? Извини, это все, что у меня было. Процесс очистки очень дорог и... Если тебе попадутся необычные... ингредиенты, не забывай. Продолжай, солдат. У тебя умный взгляд. Продолжай, пожалуйста. Еще увидимся. Говори. Я слушаю тебя, гражданин. Пожалуйста, помоги. Привет! Монетку для старого нищего. Как поживаешь? Наш брат вернулся. Превосходно. Возвращайся ко мне, когда убьешь очередного вампира. Пусть солнечный свет всегда озаряет твой путь.
У тебя умный взгляд. Монетку для старого нищего. Я слушаю тебя, гражданин. Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Я слушаю тебя, гражданин. Можешь говорить. Привет. Я Эрисара Ариним. Сорис мой муж. Я пока что не вполне тебе доверяю, чтобы говорить об этом. Прощай. Надеюсь, я смогу. Это посох? Сорис держит его в запертом сундуке в своем подвале. Я не понимаю, почему он так печется о нем. Кстати, тот, кто очень захочет, все равно мог бы завладеть им, ведь ключ от сундука находится в его письменном столе. Пока. Стража! Стража! Как дела?
Приветствую! Она говорит, что именно это позволило ей в совершенстве овладеть боевыми искусствами. Мы несколько... Для меня рад. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. И тебе всего наилучшего. Я прошу всего лишь одну монету. Салют. Приветствую. У тебя есть посох мага, стажер? Ах, превосходно. Я с огромным удовольствием возвращу его законной владелице. Спасибо тебе. Не стоит рассказывать мне в подробностях, как тебе это удалось. Пожалуй, будет лучше, если я ничего не буду знать об этом. Принимая во внимание твои действия на благо гильдии, ты, безусловно, заслуживаешь моей рекомендации. Я немедленно отправлю бумаги в университет. В знак моей личной признательности я научу тебя этому заклинанию. Оно пригодится тебе в определенных обстоятельствах. Нам недалеко идти. Пожалуйста, возвращайся побыстрее.
Как дела? Отлично, спасибо. Хорошо. Амузай передает тебе свое почтение. Иероним Лекс покинул портовый район? Отлично. Метридель докладывает о твоей превосходной работе. Вознаграждение заслужено. Я произвожу тебя в домушники. Ты теперь можешь пользоваться услугами скупщицы краденого Люсианы Галены из Бравила. Поздравляю с повышением. Мне нужна очень специфическая книга «Утраченные истории Тамриэля». Домушника Тираниса послали за ней в Скинград. Однако с тех пор Тираниса никто не видел. Сам Серый Лис интересуется этой книгой. Тебе предстоит найти Тираниса. Помоги Тиранису раздобыть эту книгу. Если Тиранис не захочет или не сможет сделать это, добудь ее без его помощи. Сделаешь? Вот и хорошо. Отправляйся в Скинград. След начинается там. Городская пловчиха определенно заслужила свое имя. Ее постоянно видят плавающий в каналах. Тень спрячет охотника. Добрый вечер! Салют! Поболтать или по делу? Займемся обучением. Ты потрясающий клиент! Это хорошая сделка. Да ты что? Мне кажется, это выгодная сделка. Думаю, это честная сделка.
Думаю, это хорошая сделка. Мне кажется, это выгодная сделка. Мне кажется, это выгодная сделка. Пусть наша маленькая сделка останется между нами. Да укроет тебя тень. Привет. Не пора ли нам пойти к Хинантьеру? Чудесно. Тогда в путь. Салют. Добро пожаловать. Пожалуйста, не стесняйся. Я слушаю. Марс — превосходная целительница. Но, как я понимаю, ей не терпится вернуться в... Как ты можешь видеть, Хинантьер находится здесь, и в то же время он в плену в своем мире грез. Я говорила ему, что пытаться войти в свои собственные сны рискованно, но он, как всегда, не послушал меня. Он все всегда делает по-своему. Хинантьер создал магическое устройство, которое он назвал «Амулет мира грез». С его помощью человек может войти в свой разум и увидеть сны. Это так, но этот случай особый. Когда ты входишь в свои сны при помощи амулета, у тебя полный контроль над своей копией во сне. Все твои мысли, твои навыки и таланты остаются с тобой. Подумай об этом как о путешествии в новый мир. Мир, находящийся в твоей голове. Хинантьер создал этот амулет, чтобы понять, нельзя ли использовать сны в качестве тренировочной площадки для самосовершенствования. Я не знаю всех подробностей, но этот амулет является проводником для желающих попасть на эту тренировочную площадку. Прошло уже 3 дня с тех пор, как он застрял в своих снах. Я наблюдала за ним все это время, и он ни разу не просыпался. Единственный способ спасти его — это надеть амулет мира грез и погрузиться в сон. Только тогда, возможно, удастся выяснить, что там произошло. Я боюсь, что тот, кого он знает, не сможет помочь ему там. Так как я живу в его памяти, он может принять меня за фрагмент своих снов. Единственный шанс — сделать так, чтобы в его сны вошел совсем незнакомый ему человек. Когда ты подготовишься, я дам тебе амулет. Только я знаю секрет, как снять его с шеи Хинантьера. Не относись к этому путешествию несерьезно. Игры разума могут быть крайне опасны.